Играй, гармонь едет в Новосибирск. Фестиваль начнется 9 июля в Заволокинской деревне в Ордынском районе. В Новосибирске артисты споют, сыграют и спляшут 11 июля. О традиции русского деревянного зодчества вспомнят на празднике топора. Там конкурсы, там весело. Песни и про топор, и про народных умельцев российских, и пляски. И обязательно кто-нибудь дробит, как будто гвозди забивают. И рубим полежка на скорость, кто быстрее вобьет три гвоздя и так далее. Участвуют все дети, женщины, мужчины. Он очень активно, кстати, охотный, так весело всегда, мне так нравится. И вести это, и смотреть, иногда забываешь про камеру. На фестивальной поляне в Заволокинской деревне откроют памятник гармонии. Для гостей и участников готовят веселые игры, конкурсы и концерты. Удали мастерство наездников покажут омские казаки. Ремесленники представят различные изделия на большой ярмарке. Уже сейчас заявки на участие подали почти 1000 музыкантов со всей России и из ближнего зарубежья. Каждый день в Новосибирске происходит множество культурных событий. Как узнать о них? Мобильное приложение «Это Ново». Подробная афиша городских мероприятий, карта событий, возможность составить расписание для себя и получать уведомления. Каждому событию можно поставить оценку. Приложение «Это Ново» доступно для скачивания в Google Play и App Store. Возрастное ограничение 6+. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!